опозорились на всю страну. Почитали ваш федеральный закон? Разобрались с правами и обязанностями. Вы специально меня провоцируете? Я разговариваю с вашим коллегой. Ну, чего мне задницу повернули? Ну, отойдите, пожалуйста. Я понял. Серьезно, что ли? Серьезно. Чего ты мне хамишь-то? Иди почитай правила суда. Хамло. Ты когда разговариваешь с человеком, лицом повернись, а не жопой. Обращение там все ваше. Ну, лицом повернись со мной. Ну что, стыдно в глаза посмотри. Повернись, говорю. Ну что ты молчишь, могу понять. Хамить мы умеем. Язык-то есть, нет? Расскажитесь. Как ты меня хочешь нахлобучить, да? Хочешь? Ну скажи. Че молчишь-то? Боишься. В разговоре ведут диалог. Ни с того ни с сего становится между нами. Между вами и кем? Ну, с тем, с кем я разговариваю. Ну, также коллегой. Причем становится, ну, извиняюсь, выражение вот так вот. И разговаривает со мной вот затылком, ну, и задницей, как вы понимаете. И таким образом мне сообщает, что, ну, типа он мне запрещает разговаривать, ну, с вашим коллегой. Это вообще как оценить? Ну, меня там не было, соответственно, как бы я сейчас по данной... Ну, я вам говорю... Ну, я понял, я с ваших же слов послушал, я должен еще с его слов... Вы просто скажите, это нормально или нет? Ну, я, понимаете, как бы, мне нужно полностью ситуацию видеть со всех сторон. Когда вот я с вами сейчас разговариваю, да, и подойдет ваш коллега, между нами встанет, ко мне повернется задница, или к вам повернется задница, и с вами будет разговаривать через задницу. Это нормально будет? Как вы это оцениваете? Ну, это, скорее всего, не нормально будет, но я вот. Не владею ситуацией. Вот ваш коллега, подойдите сюда. Ну, он слышит прекрасно. Слышите, да? Я не владею этой ситуацией. Вот вы подтверждаете то, что когда я разговаривал с вашим коллегой, вы стали между нами, повернулись ко мне задницей и стали со мной разговаривать через задницу? Нет, подождите, он мог между вами встать в целях обеспечения безопасности. Такое же могло быть? Могло быть. Вы сейчас, вы пытаетесь, ну, я никого ничего не пытаюсь, я не владею полным. Смотри, я вам говорю так, как оно было. Ну, я сюда прошел без оружия, без каких-то там средств самообороны и тому подобное. Я просто мирно, добро разговариваю с человеком, и между нами становится другой коллега. Ну, в целях безопасности. Я ему более того обращаю внимание, повернись ко мне лицом, разговаривай ко мне, смотря мне в глаза, а не затылком и задницей. Подождите, вот. Он определяет сам, как ему обеспечивать безопасность. Смотрите. Поэтому, если он так встал, значит, ему так нужно было. Хорошо, я не говорю про его безопасность. Если он что-то боится, он может сдать документы, уволиться и пойти там, и не знаю. Он ничего не боится. Он просто определяет сам, как обеспечивать безопасность. В данной ситуации... Значит, я вот с вами вот так вот буду разговаривать. Вам приятно? Да я с вами так не буду разговаривать. И все. Вот, понимаете? Неприятно. Ну, потому что так не принято. А принято общаться, ну, лицом к человеку. Он должен замечания делать в соответствии с законодательством. Слава Богу, разговаривать не запрещено. Разговаривать не запрещено, но я еще раз повторюсь, я не видел, как он стоял, то есть я вашу точку зрения услышал. Ну, не знаю, у вас камера есть, может. Ну, значит, да, мы потом ознакомимся, конечно. Хорошо, сейчас, на данный момент, если мои слова подтвердятся, вы признаете, что вот это неправильно так общаться? Это неуважительно. Я пока ничего не буду признавать или еще чего-то. Вы скажите просто, это нормально или нет? Я еще раз объясняю, человек обеспечивал безопасность, и он посчитал, что именно в этой ситуации конкретно... Он спасал вашего коллегу, я так понимаю? Я думаю, да, могло такое вполне быть. Почему нет? Особо опасно, да? Ну, всякое может быть в жизни. Он же не может. Мы уже записывали удостоверение мое и фамилию, как бы еще раз. Петров, да? Да, да. Страшно. Вот, понимаете? Поэтому я не знаю, что там у нас была за ситуация. Если он так встал, значит, на то была причина, почему он так встал. Он выбрал обеспечение, именно меры обеспечения, вот именно так. Смотрите, как он доволен, как вы его выгораживаете. Я его не выгораживаю, я говорю по факту. Доволен? Я с вами там не стоял, ситуацию не владею, соответственно, принимать чувства. Молодцы, молодцы. Молодцы. Главное, что, как говорится, командный дух. Как вы ментов, конечно, тут прищучили, красавцы. Мы их не прищучили, все равно на основании закона. Если я зайду за оружием к ним в полицию, меня тоже так же не пустят. И как они к нам приходят, мы их так же не пустят. Вы кто? Судебный приз, вот оно принудительное исполнение. Вы охранник. Нет. Вот ваше место. Нет, ну да. А сотрудники полиции. Мы обеспечим безопасность. Вы им передаете преступников. Им. Вы под ними, но никак не они под вами. Это я вам на таком простом языке. Понимаете? Это вы путаете. Мы все под этим законом. Вы себя возомнили, я непонятно кем. Ваше право. Извините, не работать. Не работать, а служить, раз вы должностное лицо.
Вы что, боитесь меня? Да. Лукьяненко, КВ. Боитесь меня, да? Вас? Да. Ну, ваш начальник говорит, вы стали между мной, чтобы, так сказать, спасти вашего коллегу. Вы сейчас что-то от меня хотели конкретно по существу? Да, хочу выяснить, почему у нас возникла конкретная ситуация. Диалог, смотрите. У вас ворсинку нужно из носа вырвать. Диалог, я с вами... Зеркале потом вырвите, хорошо? Если у вас торчит сопля. Что-то по существу, да? Вы, пожалуйста, скажите ему, чтобы он ворсинку вырвал. Вы, пожалуйста, сейчас говорите, а так я вас не смею больше задерживать. Не смеешь, да? А что? Боитесь меня, да? Скажи. Владимир, повторяю второй раз. Да. У вас что-то конкретно по существу? Да. Есть? По существу. Я же спрашиваю, ты боишься меня или что? К чему сейчас? Всего доброго. Того, боишься, не боишься. Ну, боишься. Потому что вы сказали, что он боится, и в целях безопасности он пытается влезть. Вот смотрите, он ко мне опять жопой повернулся. Он выполняет свою работу. Вот и все.